что такое гигиена? Гигиена – это когда умываются. Когда аккуратно человек. Человек заботится о себе. Умывается, чистит зубы, моет руки. Их надо мыть перед едой, после еды. Когда приходишь с улицы, надо мыть руки, чтобы у них удалялись микробы. После собак. После туалета. Перед едой, чтобы микробы не завели в животу, чтобы животик не болел. Чтобы никого не сумал этот запах, чтобы они были чистыми и можно было там есть. Чтобы микробы не попали к нам в желудок. Зачем нужно умываться по утрам? Мыться надо, чтобы микробы удалялись и не нарушали чистоту. Чтобы кожа была красивая, чтобы тело было чистым целый день. Умываться, чтобы быть чистым. Чтобы мы проснулись. Чтобы чистые здоровые и микробы удалялись. Чтобы гной не заводить в глазах. Чтобы глазки хорошо видели. Зачем нужно чистить зубы? Надо чистить зубки утром и вечером. Чтобы они были чистые и здоровые. Зубы были очень чистыми, крепкими и держались на теле. Чтобы они были здоровыми, крепкими, чтобы не болели. Далеко прочистывать, щетку проводить, сверху, вверху, внизу. Далеко-далеко надо проводить. И это вдруг могут там где-нибудь остаться. И сидеть, червяки. Они могут съесть твои зубы, и ты останешься без зубов. Сгонишь, как у моей бабушки, железные. Там придется вам идти к зубному врачу. Они вам делают железные зубы.